Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Aveo 2009 года выпуска, двигатель 1.4, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 187 тысяч километров. Заменю на нем свечи зажигания. Автомобиль периодически запускается плохо. Беру шестигранник, пятерочку. Откручиваю 4 болта и снимаем крышку. Вентиляция картера сделана с отводом через крышку. Так, возьму, продую здесь. Затыкаю отверстие, чтобы грязь не летела. Нормально снялась, живая. Желаю. Теперь продую колодцы. Сколько там грязи. Ключ свечной на 16. Ну, конечно, здесь свеча просто уже выгорела. Зазор, но не соврать, миллиметра 3, наверное. Это еще вообще удивительно, что она работала. Свечи стоят еще родные. Но зазор реально миллиметра 3. Если взять новую свечку, сравнить. Новая свеча. Хотя на новой свече зазор тоже не маленький, разница в миллиметр примерно. Ну и толщина электрода, если вот взять, насколько электрод подгорел. Свечи оригинальные, 964-64-00, идет чемпион RA7YC, и это стояло RA7YC. Беру сразу, выкручиваю и ставлю новую. Thank you.
Свечку не роняем. До ворот 1/2. Все. Точно такая же свеча. Коронарный разряд. Интересно бы знать, сколько она пробежала. Беру новую свечку. Хозяин информации не владеет, сколько пробег на свечах. Но не менее 100 тысяч, это точно. Хотя свечи не иридиевые, а простые. Надо отдать должное свечам. Отработали они на ура. Все то же самое. Да, ну все свечки изношены, конечно. Электроды посгорали. Так что это хороший показатель того, что свечи нужно менять регулярно. Ну а этим свечам надо отдать должное. Отходили они, конечно, очень хорошо. Сейчас должен и запуск быть легким, и расход топлива упасть. Ставлю на место провода. Так, я, наверное, смажу только проводящий нанопротеком. Нанопротек, номер для заказа идет 021. Да, вот артикул 021. Уложил и одеваю на место крышку.
сидит на месте. Ну все, пробуем запустить, посмотрим, как запустится. Без вопросов. Запустился отлично и работает устойчиво. На этом все. Замену свечей я закончу. Всего вам доброго.